пообщаюсь вот с таким вот интересным человеком, потому что там точно нужно. Количество людей столько, что ни в один конференц-зал его просто нереально там ввести. А плюс, ну, кстати, не только нашей стране свойственно, значит, уважаемые люди, очень уважаемые люди и очень-очень уважаемые люди. Да? Соответственно, они все вот эти вот уважаемые люди, по степени своей уважаемости, они сидят в разных залах. Ну и обычно, ну, как бы все активное мероприятие, оно происходит в одном зале, да, но в два зала они тоже должны там видеть, слышать и так далее. Сегодня мы с вами поговорим о проекторах прежде всего, потому что, в принципе, по панелям и не нужно ничего говорить, продаем мы их вагонами, в рекламе они не нуждаются. Продукт надежный, высококачественный и очень популярный. Проектором, я думаю, нужно внести кое-какие объяснения. Плагманская самая популярная модель со стандартным разрешением, с потоком 6500 люмен, чуть с меньшим потоком и с таким же разрешением 5000 модель, с потоком 6000 люмен, с разрешением 1280×800. И две модели, они идут по умолчанию. И самое важное, что мы можем, какой вывод сделать? То, что модификация цветового колеса не может добиться и высокой яркости, и хорошей светопередачи. Поэтому мы придумали вот такую систему высокоскоростной модуляции энергии лампы. Мы как бы часть энергии у лампочки забираем от белого и передаем их на другие основные цвета. То есть вот во времени, если мы посмотрим, изменяется питание лампы, мы увидим, что оно не постоянно. Эта система называется RGB Booster. Мы, как вы знаете, сами производим лампы для наших проектов. У нас они один из крупнейших производителей ламп вообще в мире. Поэтому у нас такая возможность, есть возможность разработки и эффективно использовать таких вот замечательных технологий. То есть примерно основные цвета, скажем, красный, ну, дают усиление где-то примерно на 45% улучшения в качестве. Замечательная система Daylight View, мы о ней поговорим сегодня вечером во время тренинга. Я покажу, как она работает. Проектор должен быть защищен от пыли, он должен эффективно быть защищен от пыли. Более того, наш заказчик сами ухаживать за ним, скорее всего, не хочет. Будь то учебная аудитория или конференц-зал, повесит, и вот, если только он сломался, о нем тогда вспомнит. Мы разработали автоматизированный картридж, который защищает наш проектор от попадания пыли. Вот такой картридж есть в каждом проекторе. Стоит датчик воздушного потока, как только он понимает, что материал засорился, он перематывает этот материал дальше. Как только материал закончится, он его отматывает обратно, электростатической щеткой специально его очищает. Вот такая система позволяет не дотрагиваться до проектора где-то до 10 тысяч часов, его не нужно чистить. Еще один слайд. Три новых моторных модели, которые будут построены на лампе, той же самой лампе, которая будет в маточнике, это лампа мощности 370 Вт, и которая будет обеспечивать поток где-то 4,5-5 тысяч ансилюмен. Технических подробностей пока нет. Фабрика до сих пор размышляет, какой делать объектив, съемный или несъемный, пока непонятно. Вы видите даже, что с корпусом мы еще пока не определились. Но тем не менее, с ноября эти три модели будут продаваться. Я думаю, что будут, что топовые будут стоить порядка, я думаю, наверное, 6000 евро, а младшие будут стоить, я думаю, что в районе 100 тысяч рублей, не больше. То есть это будет вот такой вот бронебойный DLP проект. Именно поэтому, что такое 55-34, одному богу идет. Вот. Не давайте, прежде всего, сами себя не обманывайте. Есть решение правильное, да, а есть всякое маргинальное врагу. Ну, кроме, естественно, я вам назвал фирмы, которые способны спроектировать хороший проект. Вы можете, я могу их посмотреть, это Sharp, Mitsubishi, Projection Design и Christie. Вот компании, которые могут сделать действительно профессиональное решение. Офисные, шмофисные, это, пожалуйста, есть производители масс. Но мы с вами профессионалы, даже работаем с профессиональным оборудованием. И отдельный сегмент продукции Element One — это электронные дверные таблички. В России технология вообще никак еще не известна, хотя во всем мире используется довольно широко. То у меня яркость одинаковая получится. Ну, от расстояния зависит, нет? От расстояния зависит. Проект разрабатывается, того потока. Ну, в
Ну, все, проектор один и тот же, все одно то же. Разная оптика, и все. Нет, если вот то, что должны давать проектор, то он, ну, это... Нет, допустим, берем один и тот же проектор. Результат, как, что может дать полотно, да, вот, как бы являющийся пассивным, да, фактором, влияющим на это, она даст одинаковую свою возможность. Разницы не будет. То есть... зависит, если это одна и та же модель. Ну, берем один и тот же проектор, да, одно и то же полотно, да, меняем только оптику. Либо длиннофокусную, либо широкофокусную. А можно любой проектор вот так совместить, да? Теоретически-то можно любой, конечно. Что для этого нужно? Проектор. То есть, если разных производителей, то есть, допустим, у нас есть наши... Производитель я бы даже не рискнул. Даже то, что вот сейчас Дмитрий делает, он сводит два разных проектора, причем не просто разных, разного поколения проектора. Я вообще считал, честно говоря, до этого, что это невозможно. Ну, я тоже думаю, что это невозможно. Я обещал... Ну и что, можно же это сделать? Вот сейчас разные поколения, два проектора с разной. Оптика должна быть одинаковая. Что должно быть? Скажем так, Дмитрий сейчас балуется. Поэтому я никому больше не рекомендую сводить проект. Как человек, ты делаешь это несколько раз в жизни, и потерявший на этом часть своих волос, я могу вам сказать, что лучше брать один и тот же проектор, брать их много раз, сколько вам нужно. Проектор, имеющий возможность сшивки, и сводить. И не баловаться ни в коем случае с этим процессом. И проекторов, одновременно у которых и электронная есть коррекция трапеции горизонтальной, и горизонтальный шифт. Электронная и коррекция. Электронная, и, ну, то есть и то, и другое. 6710 наш. Есть, да? Именно по горизонтали. 6710, все 12-тысячные, и, наверное, вот новые трехматричные. У меня просто сейчас такая задача стоит для домашнего кинотеатра, небольших размеров, сместить достаточно сильно от оси в бок, поставить проект. Ну, вот у человека такая задача. Это доктор Курбатов, Геннадий Петрович Малахов. Это не к нам. Вы понимаете как? Мы все понимаем. За все понимаем. Заказчика слушают, поэтому... Геннадий Петрович Кунешин. Каждое утро на первом разу. Ну, то есть фактически... Это бред. Я понимаю. Значит, кто? Это не профессиональное решение. Нет, технически ему помочь нельзя. Нет. Только мозговед. То есть вы нарушаете при этом целостность геометрии по горизонтали. У нас и так точек не хватает. И плюс еще по вертикали не вращаем. Мы горизонтально теряем горизонтальное разрешение. Максимально горизонтально. Чем мы сегодня займемся? На что вы рискуете потратить свой сегодняшний драгоценный вечер. Мы сегодня посмотрим, скажем так, проведем некоторую лабораторную работу у себя с вами. Мы посмотрим, как из двух проекторов получить одно большое изображение. Потом мы попробуем его откалибровать, чтобы оно было красивым и качественным. И в самом конце мы с вами посмотрим некоторые системные инсталляции, в которых применяются такие вот панорамные изображения. Начнем мы с очень простой вещи. А зачем это нужно? Зачем нужно сшивать 2, 3, 5, 10, 20 изображений в одном? Значит, ответ, ну, я надеюсь, что он очевиден для вас. Потому что, во-первых, иногда у нас стоит задача сделать очень большое, получить очень большое изображение. Иногда у нас стоит задача получить большое изображение и не потерять при этом разрешение. Вот. А иногда у нас стоит задача просто сделать изображение с очень высоким разрешением. Вы все прекрасно знаете, что есть масса технологий для того, чтобы решить эту задачу. Мы можем использовать светодиодные дисплеи, плазменные дисплеи, ЖК-дисплеи, проекционные кубы. Они, я надеюсь, вы это очень хорошо понимаете, все технологии имеют свои очевидные плюсы, и они все обладают некоторыми недостатками. Я не буду сейчас подробно разбирать плюсы и недостатки остальных технологий, мы с вами сразу перейдем к проекторам.
какой основной недостаток есть у этой технологии? Как вы думаете? Она боится внешней засветки, разумеется. Вот. Эта технология боится внешней засветки, хотя сейчас появились экранные материалы, которые позволяют эффективно блокировать внешнюю засветку. Это, конечно, очень недешевое решение. У меня вот сейчас есть спецификация на экран размером 2,80 на 5,60. Вот. Такой экран стоит порядка 30 тысяч евро. Он собирается из особенного семислойного материала, пришивается к стене и позволяет использовать не такую вертикальную шивку, а горизонтальную. Вертикаль его, к сожалению, использовать нельзя. Вот. Значит, технология боится внешней засветки, но важно, чтобы вы поняли, запомнили это, что проекторы имеют один фантастический плюс. Это единственная технология, которая позволяет из маленьких экранов получить один большой с помощью нахлёстных изображений. Это очень-очень важно. Почему? Потому что мы с вами проведем эксперимент, и вы увидите это наглядно. Потому что когда вы состыковываете изображение из маленьких экранов стык-стык, глаз замечает разницу в цветопередаче. Да, сейчас есть решение, вот у Mitsubishi есть решение, где используется коррекция цветопередачи. Но если, не дай бог, кому-то в голову из вас придет использовать бесшовные плазмы одного корейского производителя, я вас могу с этим поздравить, посочувствую вам, потому что через две, скажем так, тысячи часов вы увидите разницу цветопередачи. То есть работа каждого отдельного дисплея, она, скажем так, каждый дисплей с течением времени приобретает какие-то свои особенные свойства, и при шивке стык-стык, при установке стык-стык, эти особенности очень-очень сильно наглядно видны. Это касается и плазменных панелей, и ЖК-мониторов, и так далее, и проекционных кубов. То есть, если нет вот этой вот волшебной системы, как куба в Mitsubishi, вам придется делать настройки с периодичностью, там, скажем, раз в полгода, раз в год. Сигналы они совершенно разные, то есть у них картинки вообще по умолчанию разные. Мы увидим эту разницу, но при такой шивке эта разница будет практически незаметна. То есть вот для чего нужна шивка изображений на проекторах. Первое. Второе. Что важно в таких инсталляциях? Ну, наиболее очевидная, наверное, вещь – это экран. Какой экран необходим при шивке проектора? Как вы считаете, какое самое важное свойство должно быть у экрана? Ровный. Совершенно верно. Он должен быть ровный, и он должен быть стабильным. Вот эта ровность, она должна быть стабильной. Поэтому мы не рекомендуем использовать, скажем, натяжные экраны в комнатах, где неподалеку расположена дверь. Почему? Потому что от движения воздуха, от вливания воздуха, начинает колебаться поверхность экрана. Начинает колебаться поверхность экрана и мы видим то, что геометрия нарушается, то есть картинка начинает расслабиваться, естественно. Поэтому экран по возможности, конечно, должен быть жестким, либо хорошо натянутым, то есть должен быть какой-то плотный материал. Второе. Проекторы должны быть закреплены жестко. То есть вот так вот на столике это порнография. Мы сейчас это сделаем, мы поскорее разберем, чтобы наши клиенты не увидели этого ужаса. Третье. Если вы используете обратную проекцию, постарайтесь использовать наиболее длиннофокусные объективы. То есть краткофокусные объективы, скажем, у нас это коэффициент 0,8 к 1, они приводят к появлению горячих пятен. То есть когда вы их устанавливаете, сзади экрана, у вас будет неравномерная яркость, если вы будете видеть эти горячие пятна. В принципе, то же самое относится к фронтальной проекции. Постарайтесь использовать длинные объективы. То есть чем лунная линия, тем лучше. Да, про экран забыл сказать одну важную вещь. Коэффициент усиления у него должен быть меньше единицы. Это очевидно, потому что если он будет больше единицы, у него будет неравномерная не будет зависимость яркости от угла обзора, поэтому цельную картинку вы можете получить только при
просмотре строго перпендикулярной экранации. Если будете отходить куда-то, то вы будете замечать этот перепад яркости. Вы будете видеть эту неравномерность. Все наши модели оснащены встроенными возможностями для получения таких вот сшитых изображений. Значит, трехматричные по умолчанию все, одноматричные модели все, за исключением модели D5000. В D5000 этой функции нет. Но это не означает, что вы не можете использовать эту функцию с помощью софтовых решений. Мы к ним вернемся. Я расскажу вам кратко о тех решениях, которые предлагают третьи производители. Вы также можете их использовать. Вот такая функция есть в каждом нашем проекторе. Итак, у меня здесь два проектора. Модель D6000, модель D5700. D5700 и D6000. С чего мы начнем? Дальше мне микрофон будет неудобно держать. Он работает с двух рук, поэтому я найду, что это что-то штуку. Хорошо работает? Отлично. Итак, все профессиональные проекторы, они оснащены встроенной таблицей контактных сигналов, сюжетных сигналов. С чего мы начинаем? Разумеется, мы должны жестко закрепить проектор, мы должны установить их на одинаковом расстоянии по возможности. Мы должны обязательно избегать использования коррекции интерферонции. То есть мы можем использовать такие проекторы только когда они установлены строго перпендикулярно, их проекция строго перпендикулярно к оси экрана. Поэтому никаких вариантов там подвинуть что-то. Стараться, кстати, не использовать шифт оптический. Хотя я его сейчас широко использую, но вы видите, что несмотря на то, что матрицы сейчас сведены практически пиксел в пиксел, мы с вами видим деградацию. Она, конечно, может быть вызвана еще и неровностью экрана, но тем не менее. На крайних положениях шифта мы на крайних областях будем получать неравномерность фокуса, мы можем получать неравномерность геометрии. То есть лучше этого не использовать. То есть лучше физически все-таки остаться, не прибегая к помощи оптического шифта. Хотя подстройка с помощью оптического шифта, естественно, делается шифт. Мы с вами, я это сделал заранее еще вчера, да? Предположим, что у нас была такая картинка, да? Мы ее с помощью встроенного оптического шифта потихонечку подгоняем. Понятно, что у нас установки зума одни и те же. Нельзя сшить проекторы, у которых значение зума различное. Вы сейчас сшиваете с наложением чисто для демонстрации, что это возможно, да? Да, а надо для чего шить? Нет, ну, если совмещать картинки для получения просто большой стык-стык же сшивается, так понимаю. Вот только что же я рассказал про стык-стык. Я послушал. Вернемся. При сшивке стык-стык у вас будет видна разница в цветопередаче и в яркости. Это особенно видно на видеостенах, которые собираются на бесшовных плазмах. Зайдите в любое место, где сделана такая инсталляция, год спустя, после того, как ее открыли. Вы будете очень неприятно удивлены. И особенно, если за этой инсталляцией никто не следит, никто не подстраивает. Это во-первых. Во-вторых, на проекторах какая есть неприятная бодяга. Проектор – это очень тонкое устройство, и он подвергается различным воздействиям. Пыли, там, температуры и так далее. Вот я вас уверяю, на больших экранах разница в стыке в миллиметр будет бросаться в глаза даже с расстояния, не знаю, метров 20. Она будет видна, потому что эта полоска будет ярко светлой. То есть вот поставили два проектора, свели их, да, а потом заказчик приходит, а просто выключает их перед использованием. Вот когда с наложением, здесь дело в чем? Проектор выходит. Настраивать фокус в проекторе не имеет смысла раньше, чем через 30 минут после его включения. То, что мы сейчас делаем, это вот я поэтому бла-бла-бла расскажу, да? Протянем время, они выйдут на свой режим, и мы их отстроим.
Вот. А самая частая ситуация, когда звонит вам несчастный, разъяренный заказчик, говорит, у меня опять ничего не показывает. Вы приезжаете, включаете, ковыряетесь, у вас волшебным образом почему-то все выходит. Вы сдаете работу, уходите, а зачем так историю повторяете? Почему? Потому что они включают из-за каких-то температурных градиентов, я не знаю ничего. У него может случиться вот такое наполнение, яркое полоса. Все призывы включать проектора за час до начала совещания, и, как правило, кадры оканчиваются ничем. Поэтому шибко стык в стык, это, ну, это как русская рулетка. Лучше не надо. А я так скучно рассказываю? Нет, анкета полна. Все равно же получается. И туда, если не накладывается, яркость увеличивается. И сюда видно, что полосы в два раза ярче, да, чем вверху и внизу. Да мы же не можем сделать полосы, они плавно переходят. Но вот на моменте наложения яркость уменьшилась в несколько раз. В принципе, так яркости и добывают. Добывается большой. Два, даже метров. Если мы вся эта яркость вместе, просто чтобы яркость увеличить, тогда это да. А если мы... Сейчас это косяк. Да. Название семинара, название тренинга – калибровка яркости на стыке проекта. Вы как раз и будете ее калибровать сейчас. А, ну понял. Вы будете получать равномерное изображение. Не, ну мы уже хотя бы увидели, что она сейчас, мы сейчас приделаем самый вообще подготовительный этап. Я вот заговорился, немножко зуб нарушил, заболтался. Сейчас мы получим более-менее сведенные по геометрии изображения, хотя экран не ровный, порнографичный, там, да, довольно все, конечно, выглядит. Такая сеточка только на профессиональных. Да, такая сетка есть на всех наших профессиональных. Совмещаем только вертикально, да, горизонтально. А если у нас обычный проект? Если у вас обычный проект, то там подойдет для вас, когда софт используете. Софт есть специализированный, но у софта есть некоторые моменты, которые мы коснемся чуть позже. Я думаю, что можно сейчас так оставить, потому что ревированность сразу мы не поймаем. Более того, на видеофрагментах, опять-таки на видеофрагментах, вот эта ревированность она будет практически незаметна. На компьютерах сигнал, да, она будет видна. Но на видеофрагментах она будет мало заметна. Дальше что? Дальше мы постараемся что делать? Во-первых, мы зайдем в меню изображения, здесь и здесь, и приведем его более-менее к одному знаменателю. Мы сейчас, кстати, сделали очень важную вещь, где нас удивляет, потому что настройки не сохраняются. При переключении со входа на вход настройки у нас с вами летят. Итак, изображение. Графика. Усиление белого стоит 10. Нам сейчас оно не очень важно. Систему Daylight View лучше отключить. Как она работает, я вам продемонстрирую. Сегодня еще чуть позже. Что здесь важно отметить? Помните, я вам говорил, что если вы выходите на тендер с одноматочным проектом, с нашим, например, а там стоит вам модель с 3 LCD. Вот усиление белого – это волшебный пункт в меню, они не все знают. Но вот мы можем его вот так вот загнать до нуля. Я вас уверяю, он настолько вкусный, красивый, желтый, что даже заплачу все кинорежиссеры в восторг. Вот. Поэтому пользуйтесь на здоровье, на врагам не рассказывайте. Цветовой температур по умолчанию. Собственно, все готово к тому, чтобы перейти к шифту. Мы отправляемся в меню дополнительные настройки. Видите, что меню, кстати, разное. Здесь калибровка поступка даже находится в другом месте. Включаем и
включаем здесь, нажимаем кнопку Enter, входим в меню одного проектора, входим в меню второго проектора. Нам здесь какая нужна калибровка? Нижняя. Видите, яркость упала хорошо. На обычных-то нет таких настроек. На обычные не сшиваю. На обычные не сшиваю, действительно. А если надо? Если надо, сшивайте. Лучше не надо. Знаете, как шипроектор. Что хотел вам еще забыть? Какая-то важно. Величина каждого квадрата 32 на 32 пикселя. Ну, в нашем проекте, я не знаю, если у кого-то есть такая же система, не знаю. У нас всегда 32 на 32 пикселя. Поэтому, посчитав количество пикселов, которые мы на другой нарисовали, мы сразу поймем величину области шипа. Сколько здесь у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот умножьте 8 на 32. Для меня эта задача совершенно не по силу. Поэтому вы можете предположить. 192, правильно? Сколько? 252. 252. Прав? Здесь по 192. 6 должно быть. 56. Ладно, 8. Гуляка, есть у кого-то? Все слово 32. 256. Ну, тогда стандарт. 256, как раз там. 256, да? Нет. Соответственно, здесь нам нужно вверх. Тоже самое. Не будем старых работать, примерно. Не работает. Старых квадратов. Сидим и держим с вами. Оставляем 256. Вот. Похоже уже наш? Там на полосе сверху осталось точку, да? Нет. Центральные полосы, они больше, да? Центральные. Ладно, на самом деле, что теперь нужно сделать? Что теперь нужно сделать? Есть очень неприятный эффект, который нас будет с вами здесь преследовать. Идем сразу в регулировку основной яркости. Сейчас мы скинем все в дефолт. Скинем в дефолт. Сейчас здесь тоже сделаем. Это осталось от старого семинара. Есть замечательная кнопка дефолт. Если вы сомневаетесь в каком-нибудь значении, на пульте заходите, вызовите заводскую установку. Есть еще замечательная кнопка инициализации. Вот. Я потом покажу, как она работает. Сейчас мы идем к очень неприятному эффекту. В чем его смысл? Сейчас мы пойдем в тестовое изображение и поставим черный экран. Вот так вот, черный экран. А можно здесь свет выключить? Конечно, можно. Там видно первое монтажа. Вон на ошибке видно. Да. Вот это вот гадостно мешает. Ну я, по-моему, только с автомата можно оттуда. Ладно. Видно? Куда? Видно. Значит, почему возникает вот этот вот светлый облак? Как вы считаете? Потому что полностью еще. Кристалл полностью не закрывается. Верно. Кристалл не может закрыться полностью, потому что есть отражение от его подложки.
Поэтому у нас есть как бы черный верхний и черный нижний. Черный. И два этих черных наложим. Естественно, два вот этих черных дают двойной черный. Поэтому у нас получается эта поразительная засветка. Как ее убрать? Выключить два проекта. Иди сказать, не напротив, а отключить. Уровень чего надо регулировать? Уровень черного. Уровень как регулировать? Регулировать. Либо гамму немножко смещать, либо как яркость. Где? Точку черного можно же сместить где-то там. Да. Точку черного как, скажите мне? Ну, то, ну ближе к серому сместить просто, и все, она будет серой, пускай такая останется. Ну, я переведу с высоконаучного на обычный язык. Мы можем сделать из похабельного же верхний и нижний. Таким образом, жить такими же гадкими, как уже. Это единственный вариант. Спроецировать черный на экран мы не можем. Хотя недавно я в Петербурге, меня на полном серьезе уверял, что у GVC есть черный цвет. У вас уже там есть. Я говорю, что мама черный цвет исключает? Да. Ну как это возможно? Ну как, 250 тысяч проектов стоит. Я периодически раз в квартал встречаю таких вот людей. Я клянусь, не придумал. Значит, мы можем добавить яркость здесь и здесь. Давайте так и сделаем. Мы сейчас зайдем. Опять вернемся в дополнительные настройки, регулировку по стыку, регулировку яркости, яркость внутри, соответственно, яркость внутри. Значит, сейчас очень светло, и мы не сможем с вами сделать правильную калибровку полную, которая описана в инструкции. Почему? Потому что понятно, что призма, согласующая в каждом проекторе индивидуально, но вообще в каждом проекторе индивидуально. Поэтому она требует настройки на месте всегда. У нас есть одни умники, которые спрашивают, а может ли фабрика калибровать все проекторы по цветопередаче заранее? Я говорю, как вы себе представляете? Я выпустил какую-то модель, да? Как я могу откалибровать ее к тем проекторам, которые я выпущу через 3 года? Ну, вам же бредовый. По эталону по какому? Который есть на фабрике, по какому-то одному эталону. Но колебания в нанометрах. Вот. Это просто особенность технологии такая. То есть откалибровать можно только на месте. Привести, выставить 20 проектов по-разному хороших. И изгонять их, извиняюсь, выражение, что они были одинаково плохие все. Так вот. Если они все из одной партии будут на один и тот же экран. Верно. Это верно замечание. Как при обычном диодном экране, светодиоды калибруют. Не будет заметно. Не будет заметно. Но тем не менее, вот калибровать мы не можем. Поэтому заранее. Но здесь на месте мы можем с вами вот этот черный отрегулировать еще и по цветовым составляющим. То есть мы можем еще внести цифровую обработку и поддать, так сказать, яркость не просто черного цвета, да, но индивидуально по каждому ставку. В условиях такой освещенности мы сейчас этого сделать не сможем. Но поэтому я оставляю блокировку цветов включенных. Мы просто регулировать с вами белый цвет. И все внимательно следим за изменением яркости в этой области. А вы будете говорить, достаточно или нет. Шняться будет очень хорошо. Да, она будет на 50%, потому что при сложении, да. Естественно, 50%. Уменьшится. Полосой сейчас разберемся. Яркость по-вашему. Примерно вот так. Вот так. Внизу чуть больше. Наверху чуть больше. Внизу больше. Если больше поддать или прибавить? Внизу добавить. Внизу добавить. Внизу добавить. Вверху убрать. Наверху. Примерно вот так. Я спросил главного инженера, что означает вот эта белая полоса. Он подумал и сказал, что на человеческом языке это объяснить невозможно. Что догадывается, что это такое, но объяснить это невозможно. Потом я встретил санкт-петербургского ученого, очень умного человека, куда-то уже матрицу убрали. То есть это уже сверхматерия, да? Нет, это не сверхматерия, это оказалось по его мнению, у Лоптикса. Он предположил, что вот это отсвет от крайнего ряда зеркал. Они сейчас повернуты в ловушку, и вот это вот ребро, в котором они повернуты к источнику света, это есть вот этот
Я не знаю, правда это или нет, но бог. Главное, что у нас есть инструмент, с помощью которого мы можем от этих полосочек избавиться. Мы возвращаемся обратно и идем в меню периферийной зоны. Здесь она, соответственно, будет нижняя, а тут верхняя. Да? И мы ее потихонечку так выбираем. Практически все. Вот ту же самую настройку нужно повторить еще и для белого. Но она не так важна, как вот настройка для черного. В принципе, вот этого уже достаточно. В принципе, вот этого достаточно. Мы можем в этом с вами убедиться. Вернувшись у графика, мы видим, что уже картинка якобы одинаковая. Что мы можем сделать с вами еще? Видеосигнал можем подать? Видеосигнал мы подадим. То есть мы можем собрать бесконечное количество параметров по вертикали, по горизонтали? Значит, используя серверы многоканальные, да, не ограничены. Используя встроенные функции проектов, максимально это 100 проектов. Ну, хотя я сомневаюсь, что это кому-нибудь когда-то понадобится. То есть 10 на 10 сил можно собрать из таких проектов с помощью такой лучшей. Очевидно, что после регулировки яркости нам понадобится регулировка чего? Не забывай этот геометрии, да, цветности. Нет, мы снова идем в меню. И давайте мы с вами зайдем. Меню сервис. Вот сработало. Сервисное меню все знают, как войти. Мы идем с вами установки проектора, потому что старая модель. Здесь есть у нас на полную вторую страницу сервисный пароль. Заходим, нажимаем 1565. 1565. И приходим в сервисное меню. Что это нам дает? Во-первых, нам открываются некоторые дополнительные функции. Во-вторых, появляются некоторые тестовые изображения, которых раньше не было. Вот так мы это интересно. Появляются дополнительные цвета тестовых изображений. Иногда это бывает полезно. Иногда это бывает полезно, но есть еще одна очень хорошая функция, сейчас извиняюсь. На сетке видно, прежде всего, extra-option. Она называется cut. Она позволяет нам взять и отключить какой-то из основных цветов. Ну, например, красный. И у нас сетка приобретает такой вот оттенок. Зачем это нужно? Когда мы сводим с вами не два проектора, скажем, 6, 7, 8, 10, у нас идет в анархии, в бахханалии этих сеток на экране. Вообще непонятно, кто куда светит. Поэтому мы можем взять их и подкрасить вот таким вот произвольным образом. Ну, вот так сделать. Это вообще очень удобная функция. Поэтому сервисный пароль нам дает различные настройки дополнительные. Вы можете задать шаттер при включении, включен или выключен. Но для показа в кинотеатре рекламы хорошо бы, если он был всегда закрыт. Если проектор включили, и он нагревается у себя, на экран не снизит. Потом шаттер отщелкнули, показали рекламу, защелкнули, и, собственно, ну, удобная функция. Значит, то же самое приучение, ну, множество различных настроек, в том числе. А как с одного пульта одинаковые проекторы настраивать? Как с одного пульта настраивать одинаковые проекторы? Нет ничего проще. Мы идем с вами в установке проектора, и на первой странице есть IT-проектор. От одного, по-моему, до 64. То же самое мы делаем. Вот видите. А пульт как узнает, какой у него? Ну и что там? Вот и все. А, ну и не съесть, все. А дальше как? Ну, а как? Один был, да? Один. А на пульте есть замечательная кнопка, которая называется ID-ON. Кнопка ID-ON, это она управляет всеми проекторами. А есть ID-сет, когда я нажимаю, и он мне показывает, какой проектор какой. Первый, второй, вот я нажимаю еще раз.
ID-сет, нажимаем объединить. Все, теперь этот пульт привязан к верхнему проектору, а этот пульт к нижнему сетчику. Что-то я заболтался, давайте с вами все-таки пойдем в топ. В настройки экрана теперь мы идем и идем в раздел второго согласования. Здесь это был раздел дополнительно один. В режиме цветового согласования у нас есть несколько режимов. Три цвета, семь цветов, измерения, и в трехматричных есть еще особенный режим, который позволяет использовать, ну, скажем так, понятия и стандарты, которые приняты в телевидении. Поэтому ну, нужен для студентов, для гимназиончиков. Нам вот сейчас здесь неинтересно. Наверное, вам может показаться, что следует использовать систему регулировки по трем цветам. Это совершенно не так, это неправильно. Почему? Казалось бы, что каждый цвет у нас состоит из трех составляющих. Да? Красный, зеленый, синий, соответственно, зеленый, синий, ну и белый состоит сам по себе из белого. То есть вот 10 регулировок. Как прекрасно, как замечательно, потому что в семи цветах мы понимаем, что есть гораздо больше составляющих, каждый из них состоит из трех. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 3, 24, 10 и 24. Вроде бы как 10 проще, чем 24. Все совсем не так. Почему? Система регулировки по трем цветам была разработана очень давно. И в новых проекторах она применяется исключительно из-за того, что если вдруг в аренде у кого-то есть старый наш проектор, там, 9000 серий, чтобы вы могли сделать это световое согласование. Во всех остальных случаях система согласования по трем цветам абсолютно бесполезна. Почему? Потому что настройка каждого цвета в такой системе, например, красного, она будет влиять на настройки зеленого и синего. То есть вы настроили красный, и наоборот. Вы настроили красный, все хорошо, он у нас совпал. Пошли настраивать зеленый, вернулись в красный, он уже развернулся. Но это так вот устроено обработка. Поэтому мы пойдем цветам использовать не станем. Мы с вами сразу пойдем в режим по синим цветам. Ну, благодаря внешний газ. Я не благодаря, безусловно, благодаря несовершенству человеческого зрения. Ну, а я еще и красненького бокальчик употребил. Разницу по красному вы не видите вообще. Если кто-то видит, давайте подстроим. Да? Какой цвет? Зеленый. Что у нас зеленый? Просто боковая зацепка синяя. Конечно. Поэтому все такие, конечно, эксперименты делаются в темноте. Естественно. Зеленый как вы считаете? Нижний вообще менее насыщенный, как это получается. Менее насыщенный, да. И красный тоже был чуть поменьше насыщенный. Давай сделаем ноги хорошо. Надо налить просто. Чего добавим, чего убавим? Снизу добавим. Снизу? Насыщенный, снизу. Или сверху убавим. Вот добавить? Нормально. Добавить ничего не добавить, можно только добавить. Добавить здесь ничего нельзя, можно только убавить. Это, это основа, вот, где играл Бешин. Нельзя добавить, можно только убрать. Нет, здесь равномерный цвет. Равномерный цвет. Просто наверху окно, поэтому оно дает такой эффект. Нет, это засвечено. Ладно. Давайте. Тут есть цвет, который соседи совпадает, с ним придется ковыряться. Он видит невооруженным. Зеленый. Маме. Хотя на самом деле они разные. Даже я зеленый снизу подвесочек. Да. Верхний. И в принципе где-то же ярче. На камере, кстати, четко видно вот это. Можно камеру ставить и смотреть по ней. Да, вот на камере четко видно все это. Ну, посмотрите. Знаете, у меня осциллограф есть с собой переносной. А вообще вопрос. Мне тут позвонил 2 недели назад человек и сказал, Дмитрий, я сейчас очень за пределами моей фантазии. Я люксометр измеряю освещенность на экране. Я вообще со стула не грохнулся. Я первый раз вообще слышу, что инсталлятор
куда-то привез их в сервис, так что-то там. Ну вообще только, по-моему, так и делается. В иностранных фильмах. Вот, да, вопрос. Дима, я в свое время его даже купил. Вот я да, то есть обычно как бы визуально, да, как бы у нас вроде не ходил глаз на другую. То есть вот, по-моему, сроки каким-то прибором надо настраивать. Конечно, визуально можно примерно, но точно, по-моему, даст там только какой-то прибор. Ну вы можете использовать режим измерения, но единственное, что вы должны понимать, что и прибор тоже имеет погрешность. Он тоже не идеален. Приличный прибор стоит порядка 10 000, условно. Ну, в этом случае в телевидении все делается там по микроскопу, там гистограмму и так далее. То есть вообще как бы настройка изображения не визуально делается. Да. Ну и здесь это бывает точно так же, то есть надо подавать какие-то испытательные таблицы и по ним уже смотреть. Можно так делать, да. И уже по ним регулировать, а вот так это как бы можно и много золота регулировать. Ну так бы можно дорегулировать, ну да, нормально. На самом деле, честно могу сказать, сколько бы этих проекторов сейчас бы здесь не стояло, сводят их все равно так, как сейчас Дима сводит. И только так. Это та же самая проблема, как и в звуке. На концерте звукорежиссер сводит на звук. Всегда. Тот, кто возит с собой прибор, обычно расписывает свои женщины. Синий и брать. У меня одинаково. Одинаково? Да. А матрица у меня Panasonic. Все правильно. Самое главное, не пробуйте это делать на бисерных экранах. Эффект будет потрясающий. Я уже об этом сказал. На бисерных экранах это все. Ну только на белых вот здесь. Только на матовых. Да. Видна разница здесь? Да, здесь, да. Здесь видна. Вот за углом не получилось. Где белого? Ну вот при смешивании. Внизу потихоньку. Вот там что-то смешивается. Сверху больше белого. Низ смешивается. Какая контрастность? Раститесь. Где вы здесь видите контрастность? Ну, яркость. Яркость больше получается. А какая вообще контрастность, по-вашему? Достаточно. Ну, я неправильно. 0,5. Не, просто когда вас начинает заказчик плющить по поводу контрастности. Миллион к одному, 200 000 к одному. Знаете, упал на путь вы и про GVC даже. Тогда я могу назвать тому, кто приборы подает. Всех мало, Геннадий Петрович. Передача. Всех. Если, не знаю, хочу писать письмо и спросить, абонемент. Можете пасть по абонементу? Ну ладно, это мы еще к этому вернемся. Одинаково на камере? На камере, да. Камера Panasonic. GS400. Они в сговоре. Да. Противно. Вот тут средняя часть провалилась. Вообще средняя часть, да. Потому что мы не отрегулировали до конца черный цвет. Белый мы не отрегулировали. Глаз и... Я надеюсь, главное, что технология, вам понятно, что нужно делать, какую последовательность. Ну, желтый, мне кажется, тоже вот ничего. Как вот нам установить одинаковый уровень белого? Одинаковый уровень белого? Да. Но только убавляя там, где ярче все. Но здесь тоже ярче. Намного. Да, вот нижний ярче. Нижний убивает. Ну потому что вы видите, что забьет очень сильно верхний проект. Давайте просто нажмем кнопочку дефолт, чтобы. Все равно снизу ярче. Ну совсем сюда так же было. Цвет другой, красный. А баланс белого правильно, как это тоже остановить? Его надо было настраивать вот после калибровки черного, да. Вообще, если баланс белого надо установить. Да, естественно. Потому что иначе что там дальше? Ну, уже цвета там сидеть уже гонять. Вот когда приезжает наш человек с фабрики, сразу переходит к калибровке цветов, сразу, минуя калибровку яркости. Он делает все сразу в ней. Вот есть один человек, он в прокате работает, Олег Леонидович Коржихин.
30 лет в бизнесе, они, в принципе, на одной волне с нашим главным инженером с фабрики. Вот точно это абсолютно динамичный подход господина Кинга, который делает все то, что сейчас делаем мы, то, что написано в инструкции. Он считает, что для нас прибором использует те нормы, которые были в советском цветном телевидении. Тем не менее, результат у них в одного другого одинаковый. Только не сходятся они с какого начинать, с красного или с белого. Ну, с пивом. Сейчас не поймать. Ну, теоретически можно, наверное, все-таки сделать. Сколько пригодился на сбит экономики? Пригодился. Давайте А у меня зебра по нижнему изображению идет. Вот. Вот ваша яркость измерять. Вот нижнее изображение у вас ярче получается. Надо убирать. А я начинаю занимаюсь. Желтый, да, наверное, как-то. Не понял? Желтый, сверху синий. Сверху холодный свет, а снизу темный. Вот, яркость одинаковая стала. Сейчас можно поймать, так как где-то желтый, где-то красный. Не, ну по приборам же, вот люксметр же у меня в руках сейчас. Я четко вижу, то есть вот меня сейчас убрали, у меня яркость ушла, у меня зебра пропала, все. Цвета-то разные. Нет, мы про то, что прибором измерять. У меня в руках сейчас прибор. Я четко посмотрел, по прибору у меня, кстати, одинаково стало. А вы видите, желтое. Синее. И все. Тебе яркость показывает, а это цвет. Не, а люксметр что он смерит? Яркость. Ну вот, я сейчас... А я без спектрометра. То есть надо получается, вот брать вот такую камеру. GS400. Панасоник, да. И ей четко мерить. А, кстати, вот равномерность можно и зебра, кстати, измерять, почему бы нет. Дешево, сердито. Дмитрий, как вам новая находка? Камеру на штатив. Да, и все, и настроечки, все тут. Дополнительная опция, камера. Мы о голубом даже вообще отдельно поговорим. Много причем. Может, уже лучше на голову. Ну, идея понятна. Идея ясна. Сложно. Понятно. Давайте подадим видеосигнал. На видеосигнал ничего не увидим. Ну, сейчас мы посмотрим, нормально ли будет. Что вы сейчас включили, скажите? Я включил распределитель модели, я не помню. Крамер VM4 GDCP. А почему через него нельзя сразу подать с источника? Нет, пока мы подадим два одинаковых сигнала по DVI на два проекта. В проекте дадим тебе и все. Кто отказывается покупать оборудование? Значит, что нам нужно сделать? Теперь сейчас снова зайдем в меню, в положение, да? Положение. И я извиняюсь, не сделал этого вчера. Давайте сделаем это сейчас. Похоже на правду? А нам непонятно, что должно быть. Два одинаковых изображения. Это же очевидно. Не видно. И меня чемпион тоже ничего не видит. Не согласится было. Может, какую-то картинку такую, которая чемпион. Формат разный. Ага. Вспомнил. Семья.
Во! Так лучше. Сейчас. У нас разные весовые категории, мы не можем понять. То есть после красного видно, а после нам не видно. У нас с вами сейчас два одинаковых видеосигнала на верхнем и на нижнем проекторе. Чтобы получить единую картинку, мы должны что делать? Мы должны каждому проекту указать ту часть изображения, которую он должен воспроизводить. Соответственно, мы должны с помощью встроенного цифрового зума увеличить картинку и с помощью встроенной функции ее подвинуть влево, вправо, вверх, вниз. Это мы уже с вами увидим по ситуации. Давайте мы... Да вот на этом у нас. Давайте проверим с вами, включена ли у нас сейчас калибровка. Вы видите, формат сигнала поменялся, калибровка отключилась. Вот настройки яркости, настройки цветности остались, но сам процесс калибровки отключился. Как мы его снова включить здесь, соответственно. И что, каждый раз при включении делать? Более того, при переключении со входа на вход эти настройки слетают. Чем? При изменении формата сигнала настройки слетают. Но нельзя ли сделать, чтобы там пожелание? Значит, мы с вами ставим поштоватор, приводим сигнал к одному знаменателю и распределяем его уже, чтобы он ни в коем случае никуда не скакал. Это Майкл Сан нам сегодня рассказывал. Реально, на самом деле, это не требуется, то, что вы сейчас говорите, по той простой причине, что если вы сводите проекторы, то вы их сводите для конкретной задачи, и работать у вас на проекторе всегда будет один код. И как вот последняя практика, последних как минимум полутора лет показывает, то есть нелюбедим к этому, скорее всего, это будет дивиденд. А вот облака в середине, они более темные сейчас, на той полосе. Облака? На фоне диска. Со стрелочкой. Ну ладно, ладно. Сейчас. Только кто рисовал. А я пока буду. Они явно темные. Да, мы немножко убрали. Я сейчас увидел. Сейчас. Сейчас увидел. Значит. Мы с вами должны опять вернуться в положение, и в процессе переключения все будет слетать на настройки. Увеличение, нет, уже чуть-чуть сейчас слетает. Увеличение. Должны мы прийти с вами увеличение. Во сколько раз мы увеличим картинку? В два. Ну это будет 4 грамма. Нет. Чуть меньше. Ну вот эти полтора. Чуть меньше, да, чем. Давайте увеличим, сделаем 250. То же самое сделаем здесь. Мы увеличили картинку, теперь очевидно, что нам нужно ее подвинуть. Да. Почему-то больше. Мы заходим в меню перемещения. Меню перемещения. И что мы делаем? Ну, во-первых, мы можем раз от цифровым способом поднять. У нас получается.
четкость в два раза падает, кажется. Совершенно верно. А цветовая еще меньше. На нижнем делали почему 160 увеличение, а на верхнем 150. Разные проектора. И у них дефолтное нулевое значение разное. Были бы сейчас два одинаковых шеститичных, я бы здесь не выставил бы одинаковых значений. Здесь только на два. Ну вот примерно как-то так, наверное, да? Нет, красиво. Очень красиво. Право как мы ставим, который? Вектор побольше, да. Скажем так, если ты на нас выкал профессиональный проект, Увеличение надо уменьшить маленько, и потом сдвинуть. У любого, у нижнего меньше чуть-чуть, и все. Нижний уменьшили? Да, и чуть-чуть сдвинуть, и попадете. Ну вам проще взять какой-нибудь квадратик, на нем будет понятно. Знаете, что эксельская таблица? Ну да, квадратик любой взять, и будет понятно, куда уходим, и все, ясно будет. А вот если мы берем 2-6 люксов и 1-12, у нас яркость одинаковая будет? 2-6. Ну 2-6 одинаковое изображение, накладываем друг на друга. И 1-12. А практически? А? Зависит. От чего? От линз зависит, от использования шрифта зависит, от режимов, которые работает линза. Не все производители об этом говорят, но тем не менее это так. Линзы, которые выпускает любой производитель, они все обладают различным КПД. У меня такие данные есть. Мы их не публикуем, конечно, но тем не менее по запросу мы можем такие данные предоставить. Светоотдача линзы зависит от того, в каком режиме она работает, теле или вуаль. Поэтому, когда некоторые производители вам обещают 15 тысяч антилюмен, поинтересуйтесь, спросите каким-то объективом. Мы хотя бы говорим, что это с лучшим нашим объективом. Вот этот проект имеется уже поток, 6500 антилюмен с лучшим объективом. С каким, ну, боком, это я могу по запросу ответить, с каким. А есть некоторые компании, которые просто без объектива измеряют и говорят, за 15 тысяч антилюмен. Вы ставите, и сразу получаете 8. Ну понятно, что у него дырка есть у каждого объектива. Там, если по ней, по левый нижний угол смотреть, вот эти вот диагональные линии, они сильно... То есть правый вниз. Ну вот здесь вот, я думаю... И потом обратно подтянуть. Потому что слово диск... Правый сложить? Нет. Нет, тоже. Можно? Ну, остальные просто вправо. Там меньше видно, чем посередине. Уменьшать вправо тянуть. То есть середине... Прошло два дня. Да, переместить вверх? Вниз. Вот он, это вверх. Да, вправо. Чуть-чуть вправо. Чуть-чуть вправо. Еще чуть-чуть. Два коротких нажать. Вот еще. Почему уехать? Ну, растянуть надо маленько, и все, чуть-чуть. Ну еще. Для этого процесса точно пива надо запасаться. Да, кто мешает? Для другой стороны, если много, то
провайдер смотреть. Panasonic рекомендует, почему бы нет. Я чистил вот эти камеры в середине удаляются. Ну, они просто сложные. А это зеленые колбочки в голове. За этого. Дети не сошлись, ладно. Но, в общем, уже неплохо. Наклонная линия слева. Наклонная линия слева, я... И он МП где? А почему так получается, что Japan нормально, а вот там МП в конце не очень? Потому что они совсем чуть-чуть расходятся. Я МП вообще не вижу. Нет, ну в конце последней... За 1080, не 1080, я МП, оно разъезжается? Я говорил вам, что на крайних... На крайних положениях шифта оптического, а сейчас именно такие будут. У нас неизбежно будет деградация с таким-то артефактом. Какая камера в середине? Она тоже нечеткая. Так а в этих условиях тогда что мы сходим? Либо камера в середине, либо текст. Можно тогда вопрос по инсталляции проекторов. Да. В реальных условиях, если мне нужно добиться большого экрана, например, ну 2x2 проектора, да. То могу я поставить вот так же один по осям. По вертикальным осям. Ну, не разнося. Разнести проектор, а по горизонтальной оси. По вертикальной. Ну, вместе их слепить. Вот, то есть вот так. Да, вот так. Вот вы видите прелесть такой. То есть, соответственно, я как-то должен очень пространственно ставить, да. Допустим, в помещении на задней стене каким-то образом. Да, то есть между ними должно быть расстояние. Например, если я хочу построить... Вертик должен быть, да, чтобы вот таких проблем не было. Желательно, естественно, конечно. Все, то есть у нас просто проблема с тем, что мы близко себе находимся. Сейчас, во-первых, у нас максимальный зум, значит, максимальный шифрованный режим, и Б, у нас сейчас максимальный шифт. То есть все-таки слепить их и взять длиннофокусный объектив можно так делать, да? Когда вы используете длиннофокусный объектив, у вас расстояние между ними будет минимальным тогда. То есть вам разносить их будет уже не на много, а вы их можете разнести ему по делу полуметра. Ближе. В этом случае все равно шифтом находится. В минимальных пределах, естественно. Оптически они будут одинаковы. Они будут практически одинаковы. Оптическая ось. Ну как это? Область, которую сейчас воспроизводим, это, по-моему, называется сюжетно-важная область кадра. Что, за позолотой середине, да? Мы туда попали. Она была с краешка где-нибудь. Или по центру сделали, никто не заметил. Ну, все равно не заметно. Если кто не знает, не заметно. То есть с моим не будем говорить. К сожалению, Дмитрий, вы так хорошо рассказали, что теперь знают все. В этом, конечно же, и цель. Вы видите, что на видеосигналах, конечно, это мало заметно. Я вам сейчас покажу несколько инсталляций, которые делали наши партнеры. А уже время кончилось, да? Уже все. Вы уже продолжаете. Есть вопросы по этому? Софтом вы рассказывали, что есть, можно софтом. Софтом сейчас расскажу презентацию. Есть вопросы? То есть для раздачи сигналов у них модуль встроенный для выбора той точки, которую он... Зум, встроенный зум есть. И 10 на 10 объясняется именно возможностью зума. Он может увеличить 10 раз, не больше. Именно поэтому максимум можно 10 на 10 проектов расширить, вот так вот подав одинаковый сигнал. Разрешение потеряем, но тем не менее. Ну, есть тут софт, который мы с компьютером подаем, да? Mm-hmm. И по этапам также настраиваем. Ну, чтобы не на проекте. Есть. На японском языке я могу выделить. Хорошо. Но на английском нет, да? Ну. На японском языке. Но инструкция вот такая вот, есть на русском. В электронном мире.
прям зажжет. Единственное, что она написана под старые пятитысячные серии, там меню названия немножко другие, но смысл, вы понимаете, они... К старому анекдоте. Возьмем поэт института, возьмем программу, нет, М мало, возьмем М за программу. А вот смотрите, мы с вами Гоблин Черного приподняли, да, вот так вот, серии. Да. А это же не совсем так хорошо. А какие есть варианты? А вот теперь вообще опять смести, которого равномерно все, чтобы вообще все опять все сместилось. Ну лучше бы у нас вот оно не было, опять черное, а оно бы все серенькое. Ну а по-другому как, Леш? Ну как, цвет. Если изначально со свечи. Вот черный свет. Сейчас нет. Это черный. Поверьте. Ну да. Вот это черный цвет. Расскажите мне, я подпишусь вам в Нобелевскую премию дадут, если вы мне сейчас скажете, как всегда спроецировать правильный черный. А с помощью чего? Включение света. Еще с помощью чего? Черный экран можно повесить. Глазки можно положить. Гуматист. Вот черный цвет. Белый мы получаем только за счет того, вообще все цвета, за счет того, что мы светим что-то вот на вот этот черный. И наш глаз видит черный. Я сейчас покажу гениальный, извините, слайд. А, вот я вам еще обещал, кстати, показать, что такое System Daylight View. Интересная система. Она сейчас выключена. Смотрите, у нас сейчас есть внешние засветки, поэтому у нас все цвета, в принципе, получаются блеклыми. Мы внедрили систему управления цветопередачей, которая позволяет поломать картинку, сделать ее неправильной в идеальных условиях просмотра, но в таких экранах она позволяет нам взять и получить гораздо более вкусную и интересную картинку. Вы видите, что небо и море стали более голубыми, травка на газонах просто позеленела и так далее. Очень удобная система, но вот сейчас, смотрите, как салат просто свежестью наполняется. Вот если мы сейчас выключим свет, смотреть на эту картинку будет невозможно, потому что она кислотная, противная. Но пользуйтесь, это во всех наших проекторах есть такая система. Что мы меняем? Это манипуляции с гаммой. Гамму смещаем просто и все, да, мы? Причем в наших проекторах для домашних театров 4000 это можно делать вручную просто. С помощью пульта по каждому цвету можно делать. А там датчика освещенности нет устроено? Значит, датчик освещенности есть во всех портативных и в проекторах серии F. Системных нет, потому что проектор стоит в бус и ни к чему не датчик. Понятно. Освещенности. Сейчас это я вам сегодня тончайший инструмент, но его очень легко обмануть. Вот у нас есть три прямоугольника. Один большой и два маленьких. Вот яркость маленького правого и маленького левого, она различна. А освещенность как вы смотрите? Если мы сейчас люксометр перенесем и измерим эту яркость. Освещенность одинаковая же. Это к вопросу о чем? Мы черный нужно воспринимать только исключительно из-за того, что рядом есть белый. Это, кстати, имеет отношение к цветопередаче. У нас цветопередача в различных... Мы воспринимаем цвет иногда исключительно из-за того, какой есть цвет рядом. Ну, тоже есть тонкости. Мы о них поговорим. Это применение проекторов. Ну, в общем, есть на 5 минут, да. Проекторы могут быть использованы вообще очень... в широком круге инсталляций, это могут быть театры,
это могут быть такие вот системы обратной проекции, я, наверное, много раз показывал этот слайд. Вы видите, что здесь 6 проекторов вот такого класса, то есть это весь театральный реквизит, в общем, он сделан на основе вот такой реквизита. Это, по всей видимости, либо Кристи, либо Барк, это большие проекторы, потому что зеркало сцены 110 на 80 метров. Тем не менее, вы видите, что вот этот древеримский амфитеатр разрушен, ну, развечен. Вот таким вот образом эти трескники и свечи, они имеют такое материальное происхождение. Музей Кропахина показывал его, заходит в музей пивоварни, там разливается пенный напиток живительный. Оказывается, под этими стеклянными экранами расположены 4 наших проектора, и они вот с помощью зеркальных систем проецируют такое изображение. Удивительная инсталляция, это каменоломня, заброшенная во Франции. Ее привели в божий вид, оштукатурили, и теперь это картинная галерея, где все картины проецируются с помощью 64 проекторов. Это вот выставка картин, вы заходите, через секунду меняется полностью интерьер. Такая замечательная инсталляция. Опять музей. Музей, я повторяю, что это наш клиент, в принципе, потому что мы можем предложить ему массу вариантов оснащению, то есть пугаться не надо. Я понимаю, что это не самый богатый, наверное, заказчик, потому что если нажил вот такой напарник, деньги, деньги у нас выделяются. И по поводу театров забыл сказать, что первые наши друзья и лучшие друзья, это, конечно, оперные театры. Держите руку на пульсе, потому что в операх проекционные технологии используются очень широко во всем мире. Значит, в операх минимум декорации используются. Не в курсе, там очень бесшовно, да, и разные. 40 проекторов Кристи с потоком, с каким-то сумасшедшим. Конечно, бесшовно, да, используется полностью. Да. Музей компании BMW, попадаете вот такая вот панорама. Здесь используется 18 проекторов DZ12000 наших. Тоже бесшовная панорама. Ну, понятно, что здесь видео они не воспроизводят, здесь флеш-анимация, потому что видео такого масштаба сделать нереально. Ну, это наш известный проект, это бренд-центр Adidas. Здесь используется 25 проекторов, также бесшовное изображение. Величина изображения 106 на 3,5 метра. Это тоже флеш, здесь художник рисовал что-то около года. Понятно, что сервер работает на каждый из этих проектов. Здесь Эми Штумфель. Это программно-аппаратный комплекс от Христи и Штумфель, Винкс Платинум. Кстати, можно демо-версию скачать с интернета, поставить ее под Windows или под сервер. Просто у нас есть набор вот, видеофильмов, да, которые они синхронно, да, совсем точно, да. То есть конфигурация — это количество каналов плюс один мастер контента. Ну, студии, понятное дело, что в кино у нас инсталляции нет, потому что Panasonic до сих пор не получил лицензию от преступного сообщества под названием DCI. Не помогают у нас 10 миллионов долларов для того, чтобы мы могли сделать голливудский проектор. Но в студиях наши проекторы любят и ставят. Это студия Mentor Cinema. У нас вообще в России 5 студий, которые имеют высший сертификат Dolby Premiere. По-моему, в Голливуде еще нету. И Dolby Premiere теперь описывает не только качество звуковой системы для дубляжа, для пересведения, для постпродакшена, они еще и качество картинки теперь измеряют на нервность, яркость, цветопередачу и так далее. Во всех 5 стоят наши проекты. На продакшене не важно, какое разрешение, главное, чтобы он понимал формат 2К. Наши проекторы 2К понимают. Хотя разрешение 2К у нас проектов пока. В следующем году, может быть, это после «Аватара», сейчас ажиотаж такой, за год было продано около 300 проектов 2К в России. То есть это гигантский рынок, и, конечно, допускать, что там работают все две компании, чинемеханика и Кристи, мы просто не можем. Для вывода стерео изображения. Сейчас дойдем. Требуется. Сейчас все дойдем. Это контрольные центры, это не очень интересно, это один из пунктов управления Тихоокеанского флота США. Правильно, мы сегодня говорили в перерыве, да, есть замечательная система, потому что в Linux все является файлом, все имеет сетевые свойства. Поэтому построить вот такую вот 100 мегапиксельную видеосистему без проблем. То есть объединяется X-сервер в Linux, графический сервер, имеет сетевые свойства. Вы присылаете IP-адрес,
И мастер-компьютер видит 100 компьютеров как свою видеокарту, 200 компьютеров видит как свою видеокарту. То есть несколько линий гигабитами из этого бросается, и получается вот такая инсталляция. Больше выводить на нее фактически нечего. В Америке есть с шагом в 1 метр снятые все территории Соединенных Штатов, поэтому там такие инсталляции делают. Ну а у нас называется проект, называется DMX. DMX Project. Так это тоже решение можно попробовать в нем. Можно. Вот стереоизображение, значит, по поводу стерео. Есть несколько технологий на сегодняшний момент. Как вы знаете, есть технология активного стерео с опорными очками. Значит, ее основное применение, конечно, это сфера развлечений. Куда ты, наверное, больше ничего не годится. Как правильно сегодня, правильно, он заметил, вспомните 60-герцовые мониторы старые. Вспомните качество изображения. Просто мы сейчас смотрим не компьютерные сигналы на экране, а видеоряд. Поэтому я нас спрашивают, у нас не устают глаза. Работать с компьютерными источниками, с такой технологией просто нереально. Даже тренажеры, пилоты сухого используют такой симулятор с активным стерео, а через 20 минут разговаривают. Не хотят. Поэтому в научных применениях используются в основном вот такие вот технологии. Значит, либо с круговой поляризацией, либо... То есть теряется столько сначала на поляризатор, потом на очках. И мы теряем больше 50%. Больше 50% мы ставим металлизированный экран. Еще, ну, да, еще и короче. И неудобно. Почему? Самое главное — это потери сигнала очень сильно. Самое главное — это сохранение долговременного качества и удобства работы. Сколько там вы потеряете, представляете, какие задачи люди решают. Вот есть в Москве инсталляция, в которой используется 12 проекторов с потоком 10 тысяч LCD. Это панорамный экран. Это штаб-квартира в Уфе. Что там вот 12 проекторов, 120. Все-таки деньги для них не имеют значения. Главное, что может прийти вере, и вот он человек, одеть очки и походить и посмотреть скважину со всех сторон. А здесь используется это самая дорогая технология, это технология спектрального разделения, это компания эффективирует эти фильтры. Здесь не требуется металлизированный экран, она может показывать даже на кирпичную стену. И она за светки не боится еще. Там есть и тип вот этот анабель, который не совсем анабель. Нет. Это, в общем, узкополосная RGB-фильтрация. Они вот так вот друг на друга накладывают. Это требуется глубокой цветокоррекции каждого проектора, но тем не менее это самая совершенная система, поэтому она предпринимается с активными очками. Есть несколько кинозалов в России, которые используют традиционную технологию вот дом, но их меньшинство. Хотя считается, что это самое качественное. У нас в победе не затворно. А какая? Там идут традиционные фильмы стоят. Угловой диаграммы, и как бы у них они чуть-чуть по цвету отличаются, и там тоже картинка. Ну, что похоже. Вообще просто нигде не работает, поэтому это не желаю. А главный инженер мне сказал, что диагональ каждого вот этого экрана 100 дюймов. Мы должны посчитать стоимость такой системы на 103-х платах. И, в общем-то, мне стало стыдно, потому что я не догнал. Ну вот, три проектора сшиты, как я говорил, что бывает на конференциях, задачи. Такой вот нестандартный рабочий стол. Вот чемпионат по Counter-Strike, по-моему, в Сингапуре проходит. Вот команды рубятся друг против друга, а выходят с общей информацией для зрителей. Можно сразу вопрос? А если вот сейчас, вот как вот сейчас инсталляцию, которая в длину, значит, мы должны разрешение выдать с компьютера, вот именно. Да. А как это мы сделаем? Опять как рамор, да, или что? Как? Рамора нет. Здесь напрямую каждую видеокарту подключаете к своему проекту. Ну, вот мы можем так подключить, да? Сейчас? Нет, вот смотрите, мы же рабочий стол у нас получается, например, там 1000 на 2000 крепе. Как это сделать? В Linux? Нет, вот сейчас, вот сейчас. Сейчас мы не можем это сделать. У меня нет уголового компьютера. Ну, а... видеокарты. Да, подождите, то есть он знает, какое разрешение там будет. То есть мы ему говорим, то есть берем две карты и туда, все понятно. Как делается в Windows, в Mac, я не знаю. В Linux есть явная установка, в драйвере NVIDIA есть явная установка. Я могу явно указать область SHIFT. И она получит идеальный стол. Сколько хочешь проектов. Интересные установки тоже. Давайте покачать. Здесь выставка.
и проекты установлены сразу за этими жесткими экранами. Японцы взяли и вырезали дырки под объективы, да, и весь контент подобрали таким образом, что у нас дырка приходится на какой-нибудь элемент изображения. Совершенно незаметно, да, с другой стороны, с каркафопусной гудрифлип получается такая виртуальная комната. Интерактивные технологии, вы знаете, что бывают напольные проекции, где стоит инфракрасная камера, которая отслеживает движение человека, и изображение каким-то образом реагирует на проходящего человека. Раньше мы с вами ставили систему iClick израильскую, сейчас в Москве вместе с компьютером, инфракрасной камерой и софтом такая система стоит, даже боюсь произнести этот звук, в пределах 50 тысяч рублей. Раньше нас брали 10 тысяч долларов. Наконец-то научились хорошие люди такие инсталляции. Вот еще интересная установка, но уже образование, наверное, интересно. Да. И последний писк, который, наверное, стоит вам показать. Последний писк – это технология мейкинга. Имеет отношение к теме семинара нашего, да? Но ролик очень впечатляет. Он скачет с YouTube. А, ну это этот, Виджейнг, он сейчас будет цеплять, и у него там 4 инфракрасных датчика там стоит. Ну, тот... Простите, пожалуйста. Это марка Tempest. Станции Хираджуку. Да, сделано видео Макси. Сама идея интерактивного взаимодействия, она очень интересная. Ну это только на маках можно сделать. Давайте с этого начнем. На Linux-е можно. Ну, а нет, у вас ведь женских программ нет таких. Это видео Макс только делает такие вещи. Лайф наше все. Не знаю. Тут просто прописываются точки, и все, это не контрольные. Ну, это же просто, да. Вот это? Да, это интерактив. Это виджейнг. Видеоинсталляция. Перформансы. Ну, перформансы. Психоделика, да, это все туда. Но смысл в том, что происходит сейчас онлайн-коррекция сигнала относительно положения экрана. То есть экран он изменяет, а картинка остается ровной. И за пределы этого экрана не выходит. Сейчас здесь очень просто. У него действительно используют 4 инфракрасных датчика по углам этого экрана. И инфракрасная камера с частотой разрядки 120 Гц высокоскоростной. Используется специальный софт, который позволяет ему таким вот образом веселить. Ну, должен датчик быть еще один вот на этой наручке. Там прописывается, ты можешь просто рукой даже водить, там как инсталляция делает. Ты рукой водишь, регуляторы двигать можешь. Нет, ну датчик все равно. Везде, да, инфракрасные. Они разные могут быть. Инфракрасные датчики. Фактически это, конечно, такой провозвестник смерти трактивных доз. Они, в принципе, будут не нужны. Ну, VGA все ждут выхода iPad, то есть они все ждут, если сейчас выйдет и будет что-то реально, то есть... Все... Я покажу большой iPad. Ладно. Жилье? Посмотрим, как устроен экран, я сейчас Да, сейчас он развернет. Главное ведь это креатив. Креатив. Мне вот нравится, что мой коллега Олег Леонидович говорит, страха нет. Вон я вижу по сестране, постоянно страх и опасения. А у наших заказчиков нет на это денег. Они хотят сэкономить. Нет, они не понимают. Им такое показываешь, говоришь, что реально можно сделать, можно проецировать на большие здания. Они говорят, зачем это надо нам? То есть, воспитывать. А как их воспитывать? То есть приходится делать... Терпеливо. Так уж полтора года воспитываем и стоим на месте. Мы будем жить вечно. Мы-то воспитываем. Сколько понадобится, пока они не станут правильными. Прогибаться под них нельзя. Это дорога в ад вообще просто. Если мы начнем... Вот я сегодня говорил, что если у вас конкуренция с предложением за 25 тысяч рублей, вы бежите с предложением за 23. Это означает, что
они уже начинают воспринимать таким образом, что профессионала можно правильно оценить. Для них это нормальная мысль. Это чудовище. Это чудовище. Так же, как прослушивание MP3. Это чудовище. Это просто, я не знаю, сатанинский поход против человечества. Использование многополосной компрессии приводит к тому, приведет в долгосрочной перспективе к тому, что люди разучатся слышать правильно и говорить правильно. Мы будем жужжать как пчел. Вот очень хороший. Это большой iPad. Тоже на маках, естественно, все сделано. Ой, нет, ребята, не то. Все равно красиво оставьте. Это потом посмотрим. Сейчас. Называется, что ли? А, ну это тоже, мы летом будем делать такие вещи. Сколько тут проекторов вот реально может быть? Я думаю, что здесь штуки 4 мощных проекторов есть. По 6? Нет, здесь более, ну, штуки 50. Здесь тоже какая-то технология сведения используется, нам показывают, да? Да, здесь шифка используется. Но здесь главное, конечно, контент. Главная идея того, что сделать, да, такую камеру с пассивной, что можно прийти и плясать на фоне вот этого вот. Да. Здесь, в принципе, трехкопеечки. Ничего тут особенного нет. Нет, там ячеистый полистирол, мы будем делать на ячеистом полистироле такую же систему. То есть свет подается с той стороны, отражается, мы сразу срезаем и подаем, то есть собираем контент. Тут у них просто какая-то пластик какой-то белый. На Яровое приезжайте, увидите там. На причал 22 Яровое. Там планируем сделать такую же штучку. Ну там микшер Идилоровский, он просто раскрашивает тени эти и все, переводит. Вот, большой. Лёш, там... У нас такого нет, по-моему.